Только не балуй пальчиком. Смотрю. Да, только выше. Только выше прыжок надо делать. Сергей Геннадьевич. Делай. Во, нормально, в ноги, нормально, нормально. Уберешь на место, пусть лежит здесь. Руслан, если вдруг там тебе неудобно, там на маленьком тренечке поделай. Сейчас сервис. Андрюш, или кто? Руслан, подойдите пока Сергей, чтобы не простаивал Сергей Сергеевич, поколоти по мешочку. Руслик, чтобы потом айкидошникам мастерство показал. Давай, поколоти пока. Да, айкидошник,
бей нам. Им это нужно. И он несет. Смотри, смотри. Чи-чи, не кричите. Компонуй, соединяй каратульки с протяжными, соединяй каратульки с протяжными, каратульки. Ой, простите. Больше сосредоточься. Марк, не бросай, пожалуйста, вещи, за тебя рюкзак чей-то упал. А теперь третий. А, вот папа сказал, маму отдать. Справочки? Да. От доктора? Я не знаю. Сейчас, секунду. Батя сегодня придет? Нет, это он должен. На голову не приземляться, парни, кувырок. Вот, Лука, хорошо кувырочек делаешь. Сначала делаем на полу. Попить, умыться в туалет, парни. 5 минут. Нормалек, Русик? Нет. Сейчас я подойду, секундочку, прям подождите. Серый, что, ты выгрузил с Sony PlayStation этого жесткое месиво? Я, кстати, некоторые видео, да, на ножах, на ножах не выгрузил еще? Парням показать просто, как там это. В игре про комбойцев Сергей Сергеевич умудрился зарезать 30 человек, что ли, там, или что-то такое. Ну, не по-настоящему, конечно, это игра компьютерная. Ножами металл там, пам-пам-пам-пам-пам. А, я делал. Секунду. А, еще один там серый на телефоне. Смотри, про меня помещение. Смотри просто на мои. Сам бы занимаюсь. Зал. Да. Это там тренер, который учил нас с Давидом по самбо. Мы 2 года к нему ходили. А как его фамилию, помнишь? Нет. Я помню, что его зовут Владимир. Я бы Гусев. Не гусик? Гусик большой такой, здоровый, да? Делаю волосы. Вера Геннадьевич, наверное, Владимир Гусев, да, короче. Еще находку можно поставить? Давай. Молодец. Да. Аккуратно. Да, вот смотри, подержи, Семен Семенович, подержи, смотри, какая штука. Когда мы смещаемся, должно быть постоянное движение. То есть раз, раз, раз. Но опять, вот, например, с его габаритом мне будет очень трудно. Например, если высокий габарит. Смотри,
Андрей. Смотри, я уже не достаю. Ну просто можно расстояние бежать. Бам-бам-бам-бам. Она тем более пальцы кузнеца не проткнут нас. То есть мне надо именно здесь. Почему? Смещаться. Вот для этого мы это откачиваем. Переходить надо. Держаться на расстоянии опасно, могут расстрелять. Я думаю, не он, конечно, будет делать, а кто-то может прям ногами бам-бам-бам-бам издалека. То есть надо стараться скукожиться, перетерпеть первые удары. Перетерпеть это, как бы защититься. Я одинаковый, то есть аккуратно. Что? Живот скрутило. Тут занято здесь. Все, я понял. Я думал, это может пропердеться надо. Все, я понял. Кожа накрутилась, как у Сереги тогда. Дальше. Денис, пока вот чек подержу. Не, я думал, я подержу. Давай, все, будем заниматься, ладно? Я чуть-чуть. Давай. Сейчас Серег поговорит, тоже с ним пообщаюсь. Че, Николай, едет на дороге? Нет. В смысле? Да хорош. Серьезно, что ли? А по какой причине? Я с ним вчера покинь разговаривал, все по-любому. Даже Серегу привет. Я с ним, я у него так и не звонился, но до него удалось позвонить только сегодня вечером. Он мне сказал, что, блин, я, наверное, не получится. Я уже сразу понял, что ты с ним разговаривал, потому что он мне быстро-быстро начал, знаешь, накидывать все то, о чем мы с тобой вчера проговорили. Да, я вчера. Он мне начал это все то же самое накидывать. Я все это сделаю, позвоню туда, все договорюсь везде. Да, они офигели, да, Сенка, вот сейчас позвоню. Я говорю, слушай, давай позвони прямо сейчас. Я говорю, позвони прямо сейчас, перезвони мне. Это или я сейчас ему буду звонить. Все, что я сейчас перезвоню. Он позвонил Тарсенкову, поговорил. Да.